Для этого блюда нам понадобится несколько спелых помидор. Я всегда готовлю с запасом, потому что такая закуска всегда разлетается на ура. Готовится все буквально за считанные минуты. Готовлю обычно на даче или на природе. Просто идеально к шашлыку. Помидоры нарезаем вот так вот кружочками. Обязательно удаляйте стержень, чтобы было вкуснее. Теперь подготовим лук. Нам понадобится одна довольно-таки крупная луковица. Нарезаем лук тонкими полукольцами. Вот так вот должно получиться. Теперь берем удобную емкость. У меня вот такой вот стеклянный контейнер. И теперь на дно выкладываем лук. Сверху помидорки и снова лук. Количество слоев зависит от формы, в которой вы будете готовить закуску, и от количества ингредиентов. Вот что у меня получилось. И теперь самое главное. Подготовим заправку. Нам понадобится пучок свежего укропа. Стебли от укропа отрезаем, но не выбрасываем. Я обычно использую их, когда варю бульон или запекаю рыбу. Укроп нарезаем достаточно мелко. Теперь возьмем чеснок. Нам понадобится 2-3 зубчика. Измельчаем его с помощью ножа. Примерно вот так должно получиться. В небольшую глубокую емкость высыпаем нарезанный укроп и чеснок. Наливаем пару столовых ложек растительного масла. Добавляем соль, красный острый молотый перец, сок половинки лимона и немного меда. Все хорошо перемешиваем, и заправка готова. Заправляем заправкой нашу закуску, равномерно распределяя все ингредиенты. Накрываем пищевой пленкой или крышкой, как у меня, и ставим в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь. Помидорки пропитаются вкусом и ароматом специй, и получится просто невероятно вкусная закуска. Подавайте к мясу, рыбе или просто к молодому картофелю. Очень просто и вкусно. Уже с нетерпением жду ваши отзывы в комментариях. Всем приятного аппетита и до новых встреч. Пока-пока.